Да, привет, спасибо большое, очень приятно. По поводу Болинской, Настя исключительно проектный человек, и отношения она строит для проекта, ведет она себя как проектная. Вот. Ебаров, ну, чист человек, живет ради проекта. Человек, для него такое ощущение, что создан. Если вы не знали, то он обычный водитель. Обычный, самый обычный, проще не придумаешь. Так, Болинская проголосовала против Марго, ну смотри, то есть там выбор был такой, Сорока, либо же, получается, Марго или Гриц. С Грицом она дружит и боится с ним потерять отношения. Сорока, ну это отдельная история, это друг их пары, он постоянно защищал Лешу, вот. Поэтому, собственно, и так. А Марго, ну, она как бы плохо себя ведет. Вот. Так, страшно ли было заходить и знакомиться с участниками? Нет. Неправда. Ну, неправда. На самом деле, вообще ни капли не страшно. Было даже прикольно. Я думаю, даже весело. Я почувствовал сразу поддержку со стороны некоторых из ребят. И было очень даже прикольно. Ну да, я бы с Саратова. Саратов, мама. Как он всегда говорит, Одесса папа, Саратов мама. Не знаю почему, но чисто водила. Водила чисто базарит. Чисто водила базарит. Ну, то есть мы все всегда ржем, что Ебаров, возвращайся обратно в Саратов, будешь крутить баранку. Как он обычно, собственно, и говорит нам. Я шансонье. Из него такой же шансонье, как, собственно, из меня балерун. Вот точно такой же. Марго хорошо ведет себя. Ну, как сказать? Вы тоже плохо знаете этого человека. Марго тот еще игрок. И когда она в настроении, то играть она умеет просто бомбово. Вот. Поэтому, ну, тоже говорить, что Марго прям положительный человек, ну, это сомнительно.